Женщина должна учиться любви и заботе. Она чувствует себя достойной, сильной, радостной, если она любит людей. Вот она полюбила людей, может о них заботиться, может их приятно им делать. Тогда она чувствует себя сильно достойно, женщина. То есть человек должен жить в своем спектре. Не то, что женщина там, у нее большая зарплата, там машина, там туда-сё, у нее специальная, там она крутая, бизнес-леди. Она чувствует, она говорит, я чувствую себя достойно в этом. Хорошо, нет проблем, чувствую себя достойно, замуж не выйдешь. Если выйдешь за альфонса, нормальная жизнь? Нет. Потому что мужчина сильный с такой женщиной встречаться не будет. Ему нужна слабая. То есть, если он сильный, если у него в правую сторону уходит чувство собственного достоинства, то женщина должна быть такая нежная, ласковая, у нее чуть-чуть влево смещено все. Все. Вот такая это гармония, понимаете? А если женщина находится в мужской позиции, кого она себе найдет? Мужчину в женской. Все. Но опять же, надо бросать? Нет. Соединяйтесь. Ты иди в сторону женскую, он пойдет в сторону мужскую. Вот в момент пересечения у вас будет кризис в отношениях. Вы будете пересматривать отношения. А потом опять легче будет.